Итак, все тоже у нас, все тоже 10 апреля 2017 год. Вот мы находимся на берегу Финского залива. Сейчас прогулялись по парку Петербург. Сейчас уже время 4:30, 5 часов. Собираемся домой. Вода еще холодная для купания, поэтому я сегодня не буду купаться. Такая достаточно ледяная вода. Талая, видимо. Смотри, там вороны сейчас что-нибудь своруют у нас. А вороны они не заковыровали. Только мы оттуда, а не туда. А не знаю, там может чем-нибудь полакомиться. Ну какое впечатление? Очень замечательный этот парк. Приятно. Весна. Травка зеленеет, но листочков еще нет. Некоторые фонтаны включили, некоторые еще нет. Самсон работает, но там небольшой такой фонтанчик, там, не знаю. Вообще он там высотой 10 метров якобы должен быть. Ну, в общем, готовят парк к отдыху людей. Ну а сейчас вот уже открыт, мы бесплатно сюда прошли. Сейчас прогулялись по парку сейчас и по на причал сходили. И вот сейчас на прямо вот на берегу стоим, камушки тут такие. От воды такая прохлада приятная. Когда мы по парку ходили, было немножко даже жарко в воде. А у тебя сейчас еще разделась такая. Здесь летом можно сходить сюда, еще день купаться. И даже не летом, как еще раньше. Еще в мае я купаюсь. Хорошее место такое. И недалеко от города. Мы всего потратили всего час времени. Приехали мы на электричке. И по деньгам у нас вышло в одну сторону на одного человека примерно 100 рублей. То есть 200 рублей туда, 200 рублей обратно. На двоих. В общем, вполне за себя замечательно. Но надо ехать с утра. Потому что если приехать под вечер, уже не хватает времени, чтобы погулять, отдохнуть. Вот мы уже даже не заметили, как время прошло, и уже надо ехать домой. А так хотелось еще посететь. Вообще красиво. Чайки кричат, утки каркают, вороны, утки крякают, вороны каркают, люди ходят. Красиво. Финский залив, там берег какой-то видно, наверное, Кронштадт видно дальше. Ну а где эта яхта? Яхта скинулась. Яхта трансферика, которая проплывала. Ну все, можно выключать. Пока.